Очень давно не писала роликов для моих дорогих вокалистов. Я про вас не забыла. Конечно, ситуация сейчас такая, что не до вокала, не до пения. Некоторым просто вот конкретно не до пения, то есть не хочется даже этого делать, это нормально. Некоторым наоборот хочется, то тоже, это тоже нормально, потому что у людей совершенно разные мировосприятия, разная адаптированность к событиям, к стрессовым и так далее. Сегодня поговорим немножко про такие вот тотальные стрессы и голос. Как такие тотальные стрессы могут влиять на голос? А тут могут быть и опасные явления вплоть до фонестении. Тут могут быть и отложенные реакции. Казалось, что очень хочется, а когда опасность схлынула, у человека вообще совершенно нет сил. И это, конечно, влияет на голос. Потому что на голос влияет все. Буквально все. От того, что мы едим, чем мы дышим. Вот, кстати, у нас вот часто бывает, тут сейчас меньше немножко, тут совсем близко велись бои, у нас была постоянная задымленность. Да. У меня было першение в горле, это тоже все влияет на голос тоже. То есть не волнуйтесь, голос может реагировать. Это нормально, могут быть разные психические реакции. Вот, это все потом можно будет корректировать, работать со специалистами, кому это надо. Значит, что сейчас могу предложить? Если есть такая необходимость у вас, где-то попеть, найдите для себя эту возможность попеть. Значит, вам это сейчас нужно. Можете записать это для Ютуба, для чего-то, в конце концов, ну, какую-то украинскую песню, что-то, у кого есть такая потребность. То есть, конечно, нужно ее использовать, потому что это будет ваш ресурс, это будет выход эмоций, это будет, возможно, внимание к вам, это будет терапевтично для вас вообще. Вот, и плюс повторите, закрепите свои вокальные какие-то уже наработанные вещи. Да? А, есть даже люди, которые хотят работать онлайн. Есть такие люди, которые хотят продолжаться. Их мало. Больше все-таки сейчас тех людей, которые ну, не хотят, да, не хотят сейчас заниматься творчеством. Я тоже совершенно сейчас далека от этого, абсолютно далека от этого, и это тоже нормально. То есть разное восприятие стресса. И будьте, пожалуйста, очень внимательны сейчас к тому, как ведет себя ваш голос. Потому что, еще раз акцентирую ваше внимание, что сильные стрессы могут сильно влиять на голос. Да, могут сильно влиять на голос. Поэтому будьте осторожны, не напрягайте голос, если не идет оно. Вот если не идет, не заставляйте себя, не паникуйте по этому поводу. Вы разберетесь с этим всем, когда будет возможность. Не хочется петь, не идет голос, дайте ему покой пока что, пока это возможно. Вот, хочется петь, попойте. Соблюдайте спокойствие максимальное, так, чтобы и голос ваш тоже наименьшим образом пострадал в этой всей ситуации. Обнимаю вас всех, люблю, поддерживаю. Приглашаю на свой телеграм-канал, кому интересно, ссылочку я опубликую. С вами была Мария Липинская. До наших новых видеовстреч.